Сиам Форфер, продолжаем издеваться над Эдом, спасая Бена. И у нас четвертый акт. Посмотрим, насколько быстро мы сегодня его пройдем. Так, две из семи, а то что-то побежали мы. Может, где-то что-то открыть можем и разбить еще. А зачем вот это такое, я не поняла тогда. Ползти вон всю штуку, а то есть я не могу это сделать, пока у меня все ноги на месте, да? Ой. Лиса, крушить! Темнота. О, прикиньте, да? Так, ага. Нам, короче, нужно теперь еще и голову себе отсечь, ну это жесть. Ну, нам еще долго всего все это проходить. Ой, мы почти до мальчика добрались. Я так и знала, что это подстава. Так, ну что, давайте пятый, потому что это слишком быстро. Сейчас посмотрим, что нам придется для того, чтобы спасти Бена, сделать. Я, может быть, конечно, дальше зря бегу. Походу ничего нет. Нам, наверное, вот в ту сторону, скорее всего. Ну да, вон стрелочка была. Ну, проверить я должна была. Thank you.
наверх, да, надо? Пока не совсем понятно. А иногда так, не очень. Давайте посмотрим, он как делает полный круг. Второй раз. А, он теперь, когда я на этом уровне, будет теперь так все время делать. Окей. Он и в другую сторону тоже сделает. Так, смотрите. Как нам добраться? А, вон там еще. Ага. Оп. Так. Предлагаю вон те штуки не все собирать, потому что, ну, это будет жестко.
Так. Пожалуйста. Ну это так, и так стрёмно всё. Так.
Надо сейчас еще раз будет пробивать этот хрень. Да ну! Ты капец какой-то! Они еще, блин, я не знаю, поставили бы так, куда дальше? Мы можем сейчас вернуться вон туда, и, я так понимаю, нам нужно пройти... Надо было понять еще, что делать, блин. Да, блин, игра. Ты не настолько тяжелая, блин, чтобы подвисать. Ну что за бред? Сейчас пусть проедет. Так. А дальше это что делать? Две стороны мы можем побежать. Но что делать дальше? А где у нас эта штука? Она вот она, как раз здесь. Так. Голова везде, голова что ли? Ну, давайте попробуем туда кидать вот этого.
знаю, как дальше пойти, блин. Чем дальше, тем сложнее. Я вам могу сказать. Так. Хорошо. Ну-ка, если мы... Так, 10 из 12. Я не знаю, где еще 2, но дальше я... Вот оно что. Слушайте, походу это надо сделать вот так. Бегали в ту пушку, значит, нам с этой стороны надо.
Но радует, что рука в эту сторону, и можно ее немножко отслеживать, где она будет впереди. Главное, чтобы сейчас нигде не подлагнула! Вот как сейчас это было в принципе. Жестко, ребята. Блин, она не в ту сторону. Ё-па-па! Так, что у нас? Не-не-не, подожди. А почему? А, бонусный уровень. Что я могу вам сказать? Я проходила этот уровень 1:24. На данный момент 1:24. Из-за того, что здесь лаги в самый неподходящий момент, то есть это, ну, это критические лаги получаются, то есть ты начинаешь что-то важное делать, у тебя все зависает, картинка зависает, и, соответственно, ты просто начинаешь там либо падать, либо еще что-то. То есть это очень критично для такой дебильной маленькой игрушки, которая, ну, не должно быть таких лагов, просто тупо не должно быть. Поэтому я думаю, мы продолжать эту игру не будем. Мои нервы не бесконечны. Да, это очень веселая, прикольная игрушка, но я просто больше не выдержу. Еще раз, для вас серия будет, естественно, поменьше. Я вырежу много-много моментов, которые были зафейлены, так скажем. С лагами, чтобы вы увидели, постараюсь оставить, не вырезать, не забыть об этом, так что пойду отдыхать, успокаивать нервы. Вот, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всем фарфор, до скорых встреч!